Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Выехала я на отдых. Район Марселя. К морю, короче говоря. Кот-д'Азюр. Побережье французское. Французская ривьера. Номер 100 и 211. 5 ночей, 1 неделя. Номер очень маленький. Но это самое недорогое, что я нашла. Такой бюджетный отдых. Тут меня видно в зеркале. Я замученная и несчастная, потому что ехала очень долго. И, в общем, короче, у нас там были проблемы. Тут ящик с привидениями, окошко. Там видны машины. Открою, покажу. Тут такая классная картинка. Надеюсь, на голову не упадет. Стула нету. Что-то вроде стола есть, но не открывается. Я так понимаю, этот стол, наверное. Но я пыталась его опустить, не получилось. Снимаю, пока еще не улеглась и пока еще чисто. Тут мой чемоданчик стоит, рюкзачок висит, тут входная дверь, даже стула нету тут. И дверь в туалет, душ. Дверь вообще никак не закрывается, чисто захлопывается. Я такие варианты не люблю. Душ современный, приличный, ничего сказать не могу. Ну, по крайней мере, с виду приличный, еще не использовала, только зашла в номер. 10 вечера еле доехала сюда, в эту деревеньку. Везде ковровое покрытие, хорошо, можно ходить без тапочек. Моя бутылка воды, это я пришла, и у меня сильно жажда замучила, потому что пока я доехала сюда, хотя ехать-то и не сложно, но из-за проблем с транспортом поезд опоздал. Ну, как-то еще тут подсветку включила. Я обычно беру двухместный номер, потому что кровать поширше будет. Из окна открывается шикарный вид на море. Нет, шикарный вид на машины, на парковку. Парковка и пальмы. Пальмы растут у меня под окном. Поезд у меня должен был идти 14:38. И уже к 6 я должна была быть в Марселе. Из Марселя шла маленькая электричка. Час. Я должна была сюда приехать, но где-то 7:30. А приехала я в 10, потому что поезд из Парижа на Марсель опоздал. И второй поезд, который шел сюда, тоже опоздал на 30 минут. И уже к морю я не успела. Я думала, я приеду, пойду к морю. Но какое тут море, уже 10 ночи. Притом регистрация была закрыта. Хорошо, там люди мне открыли. Я просто не заметила, что возле регистрации стоял автомат. То есть подходишь, набираешь там имя, фамилию, автоматически проплачиваешь, тебе выдает чек, код, и ты заходишь. Но так как я приехала первый раз, в синячий голос в 10 ночи, то вот такая вот накладка вышла. Ну ладно. Спустилась девушка, дала мне распечатку, я оплатила, она мне распечатала все, и вот я вошла в номер. Что маленький, ничего, но то, что он никак не закрывается, это как-то неинтересно совершенно, я так не люблю. Мне нравится закрыть дверь, чтобы быть уверена, это непонятное тут все. Ну ладно, город буду осматривать завтра, тут есть что посмотреть, а сегодня вот... Телек с привидениями, и на улице я видела море кошек. Надо пойти познакомиться с кошками, потому что сегодня мне как-то вот ничего не случилось больше, как только познакомиться с кошаками. Я думала, я приеду через 10 минут от электрички, дойду до гостиницы, быстренько там зарегистрируюсь, пойду на пляж туда-сюда, какое там. Вся эта волокита так долго заняла много времени. Компания СНСФ обычно рембурсирует там небольшие деньги, это смешные деньги просто за билеты, когда ты едешь, если поезд опаздывает, они немножко возвращают, но это такая ерунда, когда ты теряешь полдня практически. Вот такая вот история. Ну, короче, я приехала на Кот-д'Азюр, на побережье французское, на море, на неделю, на отдых, так сказать. Отдых начался неудачно вначале, но посмотрим, что будет дальше. Итак, это маленькое видео было с гостиничного номера. Гостиница Кирьят. Я брала недорого. Она где-то минут 10 от гара. Ну, это можно сложно сказать, назвать гаром. Станция, ну, прямо как в деревне. Маленький полустанок. Вообще не поймешь, что это за станция. Вышла, там еще какие-то люди повыходили. Ночь, на улице, кусты. Но я так по карте видела, где примерно находится эта гостиница. Я не ошиблась, я ее нашла. В темноте, без всяких GPS, без всякого мобильного, я так по памяти нашла, где это находится. Когда я карту смотрела, я поняла, куда надо идти. Ну, остальные видео будут уже по городу, с города.
Желание есть съездить в Марсель, но не знаю, как получится. По времени посмотрим. Приехала на отдых. Хочется поплавать в море, а жара 30 градусов, лазить по Марселю, я подумаю. В общем, отдых начинается. Сегодня понедельник только.